Мы находимся на улице Пирогова, у домов 4 и 6. Оба двора принимали участие в программе «Комфортная городская среда». И, как видите, здесь работы уже завершены. Это прежде всего замена асфальтобетонного покрытия, бордюры, водостоки, детская площадка, освещение. На мой взгляд, программа правильная, поскольку позволяет не только фактически получать 90% федеральных денег, да, на обустройство дворов. Очевидно, что, конечно, есть и собственные вложения, да, и мы тут посчитали, что 36 квартир, там, в районе около 3000 рублей, каждая квартира внесла собственное участие в этой программе. Но и с другой стороны, это позволяет объединиться жителям дворов, узнать друг друга, если они друг друга не знали, да, принять, наверное, единое решение, да, потому что, когда благоустраивается двор, очень много вариантов, что можно сделать. Можно сделать парковку, можно сделать площадку, можно сделать скамейки, да, и понятно, что здесь, исходя из ресурса, ну, нужно выбрать. И не все дворы приходят к общему знаменателю, да. Дело в том, что когда смотришь на количество непрошедших конкурс заявок, то понимаешь, что много из них не дошли, потому что жители дома элементарно не договорились. Поэтому для программы очень важно, когда консолидируются жители, выбирают общее мнение, потому что надо участвовать и собственными средствами. Плюс надо договориться и с управляющей компанией. Ну, естественно, чтобы управляющая компания, которая выполняет эти работы вперед, да, за собственные ресурсы, она выполняла их максимально качественно. Да, потому что контроль, наверное, должен быть и тройной, да, и первичный контроль, наверное, от самих жителей. Потому что им в этом дворе жить, да, им выгуливать своих детей, да, они видят, что это благоустроится. Поэтому, наверное, первичный контроль, самый важный, это от жителей. Конечно, мы как депутаты тоже участвуем в контроле, да, смотрим, но вот я прошелся по двору и видел, что, ну, сильно качественно сделано. Конечно, посмотрим, что будет там, в следующем году, да, но вот на взгляд вот визуальный, да, взгляд, наверное, такой общий, наверное, да, что, в принципе, все неплохо сделано, и жители, которые вот тут выходили, с которыми удалось пообщаться, тоже довольны ремонтами, да, рады, что появилось парковочное место, да, вот. Ну и в целом, наверное, это хороший механизм, да, участия граждан и, соответственно, благоустройства тех дворов, которые долгие годы не благоустраиваются.